начинается ваше утро. Наши на позитиве. Друзья, всем привет, всем доброе утро. Мы начинаем сегодняшний день. Вот такой атмосфере дует сильный ветер. Тренировки уже идут. Я буквально через пару минут выезжаю. Есть вопросы небольшие, конечно, к рулевому. Не успели мы за вчерашний короткий день поработать с ним, но ничего, мы выезжаем. У нас сегодня много будет подарков, розыгрышей от наших партнеров, компании Total Wax, ВД-40, конечно же, Кастрола. Поэтому приезжайте, приезжайте все, подходите, будем фоткаться и общаться. Гоночное утро продолжается приблизительно вот так. Сегодня хотя бы погода радует. Единственное, что меня не радует, то, что было очень мало времени для тестов и для настройки по рулежке. Но не беда. Сейчас будем выезжать, тренироваться и готовиться к квалификации. Посмотрите, какая наша малышка. Федор, вот он, чемпион. Ну, короче, вести такие, смотрите. Почему вторую попытку распрямила? Еду. Все, сцепления нету. Все, ребята, сцепление приехало, поэтому, но... Сцепления нету! Женька подъехал! Блин, обидно! Обидно! Вторая попытка была очень хорошая. Поставился все, все траектории собрал. Но, увы, сцепа приказала долго жить. Обидно, обидно. Друзья, несмотря на то, что у нас случаются небольшие технические неполадки, все бывает, это автоспорт. У нас в палатке вот такая красота, поэтому все в перерывы приходите, пообщаемся, поговорим, снимем сторисы, сделаем фотки, разыграем призы от наших партнеров, компании Turtle Wax, ВД-40, Castrol. И, короче говоря, расскажу вам вообще, что случилось. Давайте, приходите, тусанем. Тем временем у нас проходят вот здесь такие фотосессии, несмотря на то, что идет квалификация, а вас достаточно много, и спасибо, что вы здесь, поэтому приходите, у нас есть красивые девчонки, да, у нас есть вот такие вот приколюхи, а еще у нас есть куча ВДшек, куча масла, много масла, поэтому давайте, присоединяйтесь. Такие вот дела. Стоим на параде с девчулями. А сейчас должны бы лететь парашюты. Вот это вот специально для них точка. А, вон они уже летят. Уже. Смотрите внимательно, будут подлетать. Ух ты, высоко. Высоко забрались. Слушайте, как всегда, ветер такой дует. Но... Всем привет. С вами. Начинаем этот сезон, и это круто. Этот парень сменил ливрею на своем автомобиле и обзавелся собственным набором Grid Girls. Федор Воробьев, номер 5! По 10-м стартовым номером человек, эпицентр петербургского. Так, дайте шуму. А у нас, дорогие друзья, сейчас идет розыгрыш масла от компании Castrol. Тут-то какие-то профессиональные кадры, судя по всему, готовятся.